preference, the habitual voyeur of what is known as red life. A morning soup can be avoided if you take a route straight through what is known as red life. John Scott Brewer's crew, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Red. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Red. А потом я тебя быстро сниму. Bad life. Тоже включил? Так. Ну что, мы прибыли в Зовенкоп. Встали в 5 утра. Попили кофе и вперед. Ибо нападало снежку свеженького. Тут уже вовсю его раскатывают. Вот видимость местами нормальная, местами не очень. Вот, ну катнем. Вот одна канатка закрыта, видимо, из-за видимости плохой. Народу мало. Ну хотя смотри, она вроде едет. Нет, это другая. Та, это другая, да, та выше. Вот, народу немного. Засали вирус. Да. Мы не зассали. Вот. Shred Life Forever. Так, ну что еще рассказать-то? Доехали нормально, без пробок. Рабочий день все-таки. Немцы-австрияки работают. А мы катаем. На связи. Короче, только поднялись вот на той канатке, включили эту. Эта двухкреселка такая жесткая, очень быстрая, не прощает ошибок. Вот, мы на ней когда-то много лет назад хорошо вон на тех полях катались везде. Вот, но туман, ничего не видно. Будем аккуратно ехать, потому что, в принципе, снега нормально, это 40 сантиметров, такой легкий-легкий, прям класс. Вполне. И под ним чувствуется жесткая подложка, но мы в других местах видели, где там снег выйдут или так далее, то есть, ну, как бы черные камни торчат, и вот вам пример, допустим, да? Не знаю, будет видно, нет. В общем, камни недалеко, походу, здесь все таяло, и они протаяли, и вот выпало сантиметров, не знаю, ну, 40, наверное, то есть, да? Ну, и так, наверное, да. Нормально. Короче, будем сейчас здесь кататься, посмотрим, вкатываться. Прыгай, прыгай, прыгай. Плохая видимость. Хорошо, хоть доски правильно взяли, да?
Короче, погоды нет. Ну вот, вот сейчас немножко вышло солнце, да, это вообще же. Вот, курортик почти раскатанный. Стой. Неплохо. Вау. Неплохо, неплохо. Только теперь вопрос, куда ехать? Где-то, короче. Стой пока. Блядь, да что такое? Снег залепляет камеру. Невозможно ехать. Короче, вышло солнце и решили показать курорт. Он вот так выглядит. Вон там одна канатка и потом еще вторая. Обе две кресельные. Там повдорог сегодня был, мы его раскатывали. Это расстояние между трассами, то есть повдор можно между трасс катать. Чувак, расскажи, как ты не испугался коронавируса и приехал. Ну как не испугался? Билеты куплены, жилье оплачено. Какой нафиг коронавирус? Тебя жаба задушила, да? Жаба сильнее любого коронавируса. Ну расскажи, как ты сегодня покатался. Что, что тебе понравилось? Да отлично покатался, чего, бля. Первая катка в этом сезоне. Снега не было вообще нигде. Вот. Здесь он есть, слава богу. Есть где катнуть, наконец-то. Вот. На излете сезона, конечно, уже поздновато, но достойно. Да. А вон там наверху траверс, вон видите, людишки едут по самому верху. То есть там фрирайдный потом спуск к низу этой канатки. Ну, хороший курорт. Народу мало. Несмотря на каникулы, несмотря на то, что в кафе, в ресторане не было мест. Мы не смогли места найти, чтобы покушать, пришлось ждать. Минут 40 потом немножко. Ну да, но на трассах так свободненько. Вот, а сейчас все поели, и после обеда детишки уехали, наверное. Вот. Он просто пустой. И павдор есть. То есть, наверное, еще и завтра будет павдор. Но завтра мы уже будем. Да, в своем месте. Вот такие вот дела. Здесь несколько лет не были. На этом курорте, не знаю, 3 года назад. Когда последний раз были? 3-4, наверное. 3-4 года. Да. И тогда снега не было. А когда был снег, это был 2013 год. Ни одного камня не было. Вот с этих надувов мы везде съезжали, прыгали там, вон с того камня, я помню.
прыгали. Да, все, конечно, меняется. То есть снега с каждым годом все меньше и меньше. Но нам просто повезло, потому что вот вторая неделя снегопадов, наверное, ну, может, в сумме метр нападало. То есть, если бы этого метра не было, было бы очень печально. То есть, он все тает, проглядывают опять камни. Вот такие вот дела. Отключаемся, все. На сегодня хватит. Зачем? Вопрос, блядь. А? Чувак, ты не можешь, что ли, от меня там в стороне проезжать? Нахуй ты всегда на меня снегом? Зачем вы это делаете? Зачем? Зачем вы это делаете? Зачем?